Все не так просто. Нужно скопить денег, все продумать. Не сорвешься же с места вот так. Не сорвешься же с места вот так. Всем привет, меня зовут Арсенка, и это мое новое видео по игре Car Parking Multiplayer. Сегодня у меня будет очень крутая серия, потому что, как вы знаете, у меня есть Mercedes E-класс. Короче, сегодня мы покатаемся, будем красиво прям ездить, ребята, немножко наведем суету, потому что, ребята, ну это реально моя любимая машина, я очень люблю эту машину, поэтому сегодня мы, ребята, едем на ней кататься. Смотрите, для начала предложу моему другу поехать, не знаю, наверное, его сейчас нету дома. Я люблю вот так вот утром заехать, взять себе чашечку кофе на заправке, хот-дог, конечно, у нас там еще есть кофейня, но не знаю, почему-то решил сегодня на заправку заехать, ребята. Теперь поворачиваем к офису, вот красиво пошел. Немножко я... О, кстати, надо заехать на парковку, проверить, как там мой Rolls-Royce в Rise. Оставлял я его здесь на парковке. С Rolls-Royce все хорошо, поэтому мы выезжаем, смотрите, вот так вот прям стартуем. Ешка хорошо стартует прям, и вот сюда налево. Смотрите, а что у нас здесь? Поехали, прокатаемся. Кстати, ребята, почему бы не заехать себе что-то вкусненькое взять? Это какой-то бургер или картошку. Смотрите, вот так вот назад заедем. Я сегодня, конечно, кушал хот-дог, но почему бы еще не взять пацанам, моим друзьям на офис, не завести еды и себе еще не взять. Поэтому, ребята, сейчас пойду закажу покушать нам всем и поедем в офис, ребятам отвезем покушать. Я думаю, что ребята в офисе уже немножко таки наработались, поэтому думаю, сейчас им будет очень приятно покушать, привезти. Смотрите, ребята, выезжаем и вот сюда налево. Так, теперь тоже налево. Погнали. И теперь красиво, смотрите, вот так вот старт, прям, смотрите, старт Ешки вообще, как она хорошо едет, ребят. Ну, согласитесь, очень хорошо едет. Так, направо, направо, поворотничек, поворачиваем. Так, и теперь, ребята, мы подъехали к офису, ребятам отнесу покушать. Короче, а я так понял, что... А, я же сегодня, ребят, на машине своей отвозил, потому что думаю, где машины ребят. Короче, ребята, погнали, погнали, погнали. Кстати, посмотрите, вот так вот это у нас там еще другие офисы есть. Ну, как бы, точнее, не у нас, а в целом в этом помещении еще есть другие офисы. Короче, погнали, ребятам покушать занесем. Так поедем уже нормально кататься. Ребята, вот что мне нравится в нашем городе, то, что у нас дороги прям хорошие, и здесь действительно можно красиво ездить, потому что, ну, то есть ты не переживаешь, что там где-то яма, еще что-то, ты себе спокойно ездишь, и это реально очень круто. Смотрите, поворачиваем, вот лично я здесь очень люблю на своей Ешке кататься, вот этот туннель я здесь каждое утро проезжаю, потому что на офис едем этой дорогой. Ребята, прям Ешка, прям бодрая, вот этот руль прям очень мне нравится. В общем-то, ребята, сегодня получилась вот такая вот серия. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, ребята.